подровняй еще там, вот ниже, да, подровняй. Виски тоже можно выбрить, вот, и бородку тоже немножко можно подровнять. Вот там, где волосы выпирают, торчащие волосы, подровняй, пожалуйста, ага, вот там, да. Тут не сильно, пожалуйста, вот просто подровняй. Ага. А ты давно здесь работаешь, да? Год уже? В смысле год? Парикмахерская только недавно открыла, я первый раз сюда пришел. А, в смысле год только парикмахером работать? А, понятно. Все? Закончил? Молодец, быстро, можно смотреть? Ага. Ой, быстро-то как? Быстро-то как? Спасибо большое тебе, спасибо. Ой, сейчас заценим. Слушай, ну ты хороший парикмахер, жалко то, что вы только сейчас открылись. Так, Внимание, внимание! Те, кто смотрит ролик с родителями, или у него нет наушников, или родители ходят где-то рядом. Выключи звук на ближайшие 30 секунд, потому что сейчас десиматы будут, и жесть будет, и все остальное. Последнее предупреждение. Внимание! Если не хочешь получить ремнем по сраке от родителей, выключи звук или вставь наушники. Это что? Это... Усы! Слушай, ты! Да ты чё, хуй! Это как нас... Я просил у торчащие волосики постричь это... Слушай! Спрячь эти ножницы, потому что я тебе сейчас производство детей отрежу этими ножницами. Ты что, забыл, какой на вкус, свинец или что? Я тебя сейчас патронами нафарширую. Парикмахер не доде... Это... Я просил подстричь это... Ты ж меня просто... Достоинство моего... Ты ж... Коп, я тебе сейчас эту твою парикмахерскую... Сыток на здесь вы... Это как назыв... Ребята... Я здесь ни при чем. Я сказал лежать, парикмахер недоделанный. Не, это страшный сон, это просто страшный... Ребят, это я, это Эдисон. Так, зеркало. Я сказал лежать, что не понимаешь, с 30-го раза. Так, вот здесь я Эдуард. Здесь Эдичка. Эдуард. Эдичка. 23 годика. Эдуард. Мачо. Соблазнитель. Школотрон проклятый. Эдичка. Где вы? Ей-богу, я тебе сейчас колыбельную петь буду. Ты уснешь уже сегодня или нет? Костя. Костя, ты прикинь, что этот дебил сделал. Я пришел к нему, чтобы он просто мне в кончике подправил. Чтобы он торчащие волоски мне подправил. Ты смотри, что этот дебил... Дебил сделал. Костя, ты посмотри. Костя, посмотри, что. Костя, ты имбецил, это я, ты смотри, я просто без бороды, прикинь. Я с бородой, Костя. Он меня не пускает в мой же ресторан. Ты хоть меня узнал, это Эдисон. Эдуард. Который Эдуард. Не Эдичка. Как это окно-то выбить? Чедрить кого. Костя, пусти, пожалуйста, это я. Это мой голос. Просто лицо какого-то школотрона 13-летнего. Вот я потерял и ресторан, и друга. Ну, конечно, да. Посмотрите на вот этого, посмотрите на него. И посмотрите сюда. На него. И сюда. Это уже не ресторан итальяно перетиано. Это ресторан итальяно школьник. Яно какой-то. Костя, пусти, пожалуйста, я сейчас сам проскочу. Если ты меня не пустишь. Ага, да, было бы все так просто.
Слушай, ты, я твою шарашкину контору этой чертовой бабушке закрою! Никого ты больше в этой жизни стричь не будешь, эту бороду... Я тебе сейчас... Знаешь, что я тебе сделаю? Смотри, что... Я тебе сейчас перну сюда, в этот угол! Вонять будет, как будто... Не знаю... Все! Я тебе сейчас эту парикмахерскую сожгу к чертовой бабушке! Выпусти меня отсюда, с этого дурдома, с психо... Извините меня, пожалуйста, за... Потушись ты уже! Извините меня, пожалуйста, за излишние эмоции, но меня лишили достоинства. Меня превратили из 23-летнего Эдуарда в 13-летнего Эдичку. Я тебе сейчас... Я-то хотел сегодня пойти на почту в предыдущей же вот серии. Вот здесь подсказки, если ты не видел, посмотри обязательно. В предыдущей серии Катя нам посылку загнала. Она сказала то, чтобы мы забрали посылку на почте. Я такой хотел прихорошиться, одеколоном побрызгаться там, там постричь, там подровнять, там виски выбрить. Хотел нарядным быть. В итоге я не нарядный. Я лишился пропуска. Своего пропуска. В труселямбы. Где мой пропуск в трусы? Где мои усы? Если сейчас кто-то смеется в комментах, это не смешно. Поверь мне, это не смешно. Меня позорили. Меня просто позорили. Я вернулся, как будто я в машину времени какую-то сел и телепортировался на 3 года назад, когда у меня еще усов не было. Это что за дичь-то так? Мам? Пап? Вы дома? Люся, ты... Люся, не речи. Люся? Люся? Что за дичь? Люся? Люся, это же я с ума сошла, собака! Уйди ты, уйди ты, уйди ты! Люся, это я, у меня просто усов нет, то уйди ты, заколи... Люся! Да ёханый ты... Ты отстанешь от меня, собака блоха... Не, она не блохастая, конечно. Ёханый ты, бабай, чё ж ты так сложно стал? Морду свою из двери вытащила! Уйди, уйди! Это... Ладно, сейчас сделаем по-другому. Так, где? Вот сюда нафуняем, еще раз закрой, пожалуйста, глаза. Мне сейчас нужно будет открыть свой сундук. Там супер секретный код от сейфа. Закрой, пожалуйста, глаза. Я сейчас введу код и только потом открывай, хорошо? Я очень сильно на тебя надеюсь. Пожалуйста, закрой глаза. Ага. Так, все, можешь открывать. Я тебе сейчас... Ты мне достоинство мое испортил. Я жизнь тебе сейчас испорчу. Так. Нужно ролик записать, быстренько нужно записать ролик и выложить его на YouTube. Да поставься ты уже куда-то, камера, ёханый ты баба... Вот сюда. Ребята, тут, короче, жопа. Тут жопа полная произошла. Я пошел к парикмахеру недоделанному. Он и решил испортить мне всю жизнь. Просто испоганить мне всю жизнь решил. Я здесь вообще ни при чем. Даже Люся докажет, вот там морда торчит ее в двери, то, что я последние 2 года вообще ни разу не брился. Вы посмотрите, где мои усы? Где мои трусы? Без усов нет трусов, народная мудрость. Папа, я знаю то, что вы расстроились так же, как и я. Я это прекрасно знаю, но усы и борода отрастет. Да, на это уйдут месяцы. 1 месяц, 2 месяца, но не отрастут. И трусы снова станут моими. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Усики, это же просто самый лучший пропуск в труселямбы. Ребят, не расстраивайтесь, пожалуйста, все вырастет обратно. На следующих стримах будем собирать на конский шампунь какой-то, чтобы у меня волосы как можно скорее вырастали. Лошадиная сила! Обмажусь просто, и завтра такая шевелюра будет. Так, все хорошо. Это нужно выложить на YouTube как можно скорее. Да поставьте уже камера это. Как назвать ролик? Меня лишили моего достоинства. Я просто... Зато ролик на канал выложил. 2 месяца сейчас отращивать бороду и усы, зато ролик на канал. Ты просто посмотри на это. Меня даже крестьянчик не узнает. Меня даже собака не узнает. А что с Катей? Что с мамой? Что с батей? Я если им сейчас покажусь, они меня просто из дома выгонят, скажут, что за трансформация back to 2015 какой-то. 9-классник недоделанный. Это ж походу, это ж, это...
Я, понимаете, какая разница? У меня есть дома зеркало. Не, я туда даже выходить не буду там. Люся, отстань. Я тебе сейчас эту пасть гранату закину. С бородой. Брутальный мачо, по которым текут все. Без бороды. Просто милашка какая-то 13-летняя. Ёханый ты, баба, я этого почтальон печку, но сейчас жизнь испорчу. Люся, да к чертовой бабушке, я себе лучше ноги переломаю, чем буду с этой собакой, с этой собакой связываться. Это же мало того, что не смешно. Это страшно. Я себя таким сам 5 лет не видел. Ребят, только вы мне можете помочь, пожалуйста. Вчера в моем инстаграме, вот, кстати, ник в инстаграме вы видите прямо сейчас на экране, ссылочка на мой инстаграм также есть в описании, вышла последняя фоточка с моей бородой. Сегодня мне, походу, нужно будет выложить фоточку без бороды в этот самый инстаграм, ну, чтобы подписчики, которые сейчас не смотрят этот ролик, а только смотрят мой инстаграм, узнали, что со мной происходит. Парикмахер! Я реально сейчас пойду ножницы у него заберу и просто ему... пельмени в мешочках отрежу. Ну, если кто-то понимает, о чем я. Слишком завуалировано получилось. Но он этого заслужил! Пожалуйста, ник Эдисон Перес. Зайди, пожалуйста, сейчас в мой инстаграм и давайте будем распространять хэштег. Напиши, пожалуйста, под всеми моими последними фоточками. Хэштег бородатый перец. Я хочу стать обратно бородатым перцем. Я не хочу быть депилированным перцем. Я сейчас какая-то девочка выгляжу. Зайди, пожалуйста, в инстаграм мой, Эдисон Перец. Ссылочка есть в описании. Напиши под всеми последними фоточками хэштег бородатый перец. Возможно, с такой помощью борода отрастет как можно скорее. Я же сейчас могу просто пойти в эту школу и в 9 класс пойти. Директор даже у меня паспорта не будет просить. Так у меня даже этого паспорта не будет. Он просто меня сразу примет. Такой, а сколько вам лет, мальчик? 13. Ну давайте там в 7 класс вас отправлю. Завтра у вас контрольная. Какая контрольная? Мне ролики записывать нужно. Я дичайше, искренне просто от всей души извиняюсь перед всеми за этот бомбеж. Но если бы тебя постригли на лысо, я бы посмотрел, как бы ты этому обрадовался, а? Мне кажется, никто бы этому не обрадовался. Ты смотри, парикмахерская открылась несколько дней назад. Я такой, ёхарий ты баба, я сейчас буду просто красавчиком. Пойду, постригусь, побреюсь. Но не все так просто. Лови мячик в окно. Опа, словил. Ну лови тогда еще один. Ща, мы с тобой в баскетбол поиграем. Ты со мной играешь в депиль... Ой. Неожиданный рикошет, не прям в лоб, но я этого заслужил. Мой брат некровный от другой мамки Костян меня даже не узнает. С ума... Лови сейчас бомбинтон с тобой поиграем. На! Так кто меня бьет? Я тебе сейчас еще опять напержу в этот твой... Ёханый, тут опять рикошет. Ой. Костя, это я. Я просто побрился. Это жопа Кинг-Конга. Ну, чтобы вы просто понимали, вот это Кинг-Конг. А сейчас представь его жопу. Она глубокая. Вот и я об этом же. Мне с этой жопы сейчас вылезать и вылезать, пока борода не отрастет. Да типа в бороду. Усы-то! Усы! Что ты наделал, парикмахер мамкин, а? Ты думаешь, я тебя там не увижу? Ты думаешь, я по тебе не попаду? Хедшот, мазафакер! Я сказал... Хедшот, мазафакер! Спать! Баю-баюшки, ядрить, колотить. Мне нужно идти на почту. Правда, нужно сгонять домой за паспортом. Потому что на почте никто мне эту посылку не даст. Кто меня сейчас узнает? Я сейчас по улице буду идти, меня даже подписчики не будут узнавать. Идем домой за паспортом и бежим на почту. Что же там Катя мне такого прислала, то что мне нужно было пожертвовать своей мужественностью из-за... Побежали домой и посмотрим, что же там у нас валяется в посылке. А тебе я точно сейчас кое-что отрежу! Все, не бомбить, Эдисон. За посылкой! За посылкой!